Всем доброе утро. У меня сегодня кашка манная. Это еще пара идет. Ольге Юрьевне доброе утро. Наташа с Украины тоже доброе утро. Милой тоже добренькое утречко. Туда варенье добавила, чтобы вкуснее. Такая вкусная кашка. Мое хозяйство. Канал такой. Что хотела тебе сказать? Вот если тебе не нравится мой канал, зачем ты заходишь? Не заходи тогда. Что я еще хотела сказать? Наташа тогда написала, что варенье жидкое. То, что дожди были, у нас вообще дождей не было. Не знаю, почему оно жидкое. Надо перемешать. Кашки тоже поедят кашку манную. Они уже ждут. Ягодки выловила. Дашенька моя дорогая, тебе тоже доброе утро. У меня 20 минут 9. Что-то Иринка сегодня кашки хотела. Маникой. Клубничкой. Какие у меня сегодня планы? Я даже не знаю, надо в магазин будет сходить за лаваш купить. Вчера, короче, не купила. Сегодня надо сходить купить. Они сегодня как раз свежие привезут. У нас лаваш стоит 35 рублей, а старые они продают по 15. Вчера батонов не было старых. Соседка взяла два лаваша для птичек старого. Кстати, каша манная с клубничным вареньем вообще супер. Полбанки осталось.
вкусно. Если хочу купить горох и сварить гороховую кашу. Вкусненькую гороховую кашу. Вот каша уже почти нет. Кончилось. Ладно, все, давайте встретимся на кофе в питье.